Итоги Виктории впечатляют. Десятки побед в плавании, волейболе и гимнастике одержали анапские спортсмены за прошедший учебный год. Здесь в 4 отделениях занимаются более 1000 человек от 4 до 18 лет. Но для 32 воспитанников 10-летний курс обучения завершен. 22 выпускника отделения плавания, 1 спортивной гимнастики и 9 выпускников отделения волейбола получили квалификационные удостоверения и дипломы об окончании обучения. Анапская спортивная школа славится своими победами далеко за пределами Краснодарского края. Буквально несколько дней назад во Владимире завершилось первенство России по спортивной гимнастике. В составе сборной команды, выступающей за Краснодарский край, и воспитанница Виктории Людмила Рощина. Она вышла в финал в 2 видах многоборья и завоевала бронзовую медаль в опорном прыжке. Это кузница спортивного резерва. Они ежегодно дают большое количество разрядников. Не только разрядников, но и кандидаты мастера спорта, и мастера спорта. И их роль для спортивной, в общем-то, подготовки кадров и спортсменов сборной Краснодарского края очень велико. Сегодняшнюю выпускницу Ангелину Долинину родители привели в Викторию 10 лет назад. Сначала была спортивная гимнастика, но приоритеты сменились, и девушка полностью посвятила себя волейболу. Вообще мечтала быть тренером, но немножко пошла не по той ступени, но я хочу, чтобы в моей жизни все равно присутствовал спорт. Особенно я буду скучать по тренерам, которые меня вырастили, воспитали. Они для меня просто как вторые мамы. В завершении мероприятия состоялась эстафета поколений. 142 школьникам выпускники вручили значки «Юный спортсмен Виктории». Для этих ребят все только начинается, но старшие наставники уверены, они не подведут. Руслан Душевский, Анапа регион.